Светлее стало в столице. Центр Минска в праздничных огнях. Несколько часов назад на елках включили иллюминацию. Сияет и главная елка страны на Октябрьской площади. 34-метровая красавица оформлена в национальном стиле с элементами орнамента. Создает атмосферу праздника на площади и большие светящиеся шары, а также множество подвесных поменьше. Гирлянды, растяжки, подсвеченные здания и деревья по всему Минску дополнили новыми мотивами. Правда, включили не все сразу. Например, большой объем мяч у дома футбола, хоккейную композицию Минск-арены и гигантский подарок возле ГУМа приберегли к празднику. Новогодние огни будут сверкать с 5 вечера до 23 часов каждый день, а 25 и 31 декабря столица утонет в обилии ярких огней.